В исполнении лауреата международных конкурсов солистки камерного оркестра «Бах» Натальи Камусиной прозвучала музыка Вивальди и Моцарта. Аплодисменты. Наталья, мы очень рады, что вы являетесь гостем нашего музея. Это благодарственное письмо. Спасибо вам большое. Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в Свердловском областном краеведческом музее имени Анисима Егоровича Клера на церемонии открытия выставочного проекта «Памяти Петра I к юбилею первого императора России». Позвольте предоставить слово для приветствия генеральному директору нашего музея Александру Вячеславовичу Емельянову. Уважаемые друзья, коллеги, гости нашего музея, для меня большая честь открыть сегодняшнее мероприятие. И очень приятно, что первый проект, который я открываю в качестве генерального директора Свердловского областного краеведческого музея, посвящен великому преобразователю России Петру I. Тема Петра очень большая, многогранная, такая же сложная, непростая, как сама личность великого государя. Но если вспомнить, как говорила другая наша великая императрица Екатерина II, в России к чему ни прикоснись, все начинается с Петра. Но действительно, если так вспомнить, и государственное строительство, губернии, налоговая система, экономика, армия, флот, все так или иначе было преобразовано этим великим государем, и те тенденции, те векторы развития, которые были заложены Петром, они еще долгое время работали, и до сих пор многие те линии, которые были заложены им, продолжают сказываться в нашей стране, в нашей истории. Ему до всего было дело. Знаменитая пушкинская фраза: и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. Но самое главное в этом было то, что он был человек неравнодушный, как заметил один наш военный историк. Он мог все, умел все и хотел все. И все, к чему он прикасался, начинало двигаться, начинало вращаться, начинало работать. И действительно, это была очень такая беспокойная личность, которая придала державный бег рулю нашего государства. А наш сегодняшний проект – это совместный проект нескольких учреждений культуры, ну, прежде всего нашего музея, библиотеки Белинского, Государственного архива Свердловской области, Екатеринбургского музея карикатуры. И очень хорошо, что личность Петра, его биография сплотила нас и помогла реализовать эту интересную выставку. Я надеюсь, что сам образ великого государя, его идеи, его дела, они должны также сплачивать нашу страну, наш народ, нацеливать ее на великие свершения, на великие достижения, чтобы быть достойными тех дел, тех свершений, которые были достигнуты нашей страной в эпоху Петра Великого. Спасибо. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Как вы правильно отметили, у нашего музея очень много друзей, партнеров. И сегодня на открытии выставки мы можем видеть представителей дружественных организаций, архивов, театров, библиотек, различных учреждений культуры. И позвольте предоставить слово для приветствия декану исторического факультета Уральского федерального университета Палкину Александру Сергеевичу. Добрый день, дорогие друзья! Я, если честно, не готовился, для меня было новостью, что я должен выступать, да и не специалист я по Петру, но фигура его настолько велика, да, настолько всеобъемлющая, и, в общем, она, наверное, нам оставила больше вопросов, чем ответов, да. Все, к чему мы не прикасаемся сегодня, да, все пронизано духом Петра. Мы празднуем Новый год 1 января, при нем начали праздновать.
летосчисление у нас идет по эре от Рождества Христова. Это тоже стали так праздновать, да? Стали вести так летосчисление при Петре. Мы ходим в европейской одежде. В общем, наверное, вряд ли тут кто-то пришел в традиционном русском платье. Хотя такие тренды сейчас тоже есть. В общем, с ним связано, да, появление прессы, гигантские просто культурные изменения. Но государь, он такой противоречивый. С одной стороны, он сделал Россию великой, да, стала мировой державой. С другой стороны, счастлив ли был народ при государе, императоре? К вопросу о том, что, да, много всяких неопределенностей осталось. Мы помним все спор западников и славянофилов. Вот, вернул ли Петр I Россию на ее истинный путь развития европейский или свернул ее с истинного пути, да, своеобычного, своеобразного русского? Эти все вопросы, они, в общем, не утихают, а, как показывает время, они разгораются все больше и больше, все больше и больше волнуют нас. И, конечно, огромную роль Петр сыграл в становлении Урала, да, как центра промышленности, как одного из важнейших регионов нашей страны. Не зря есть такой термин «петровская индустриализация». Все помнят обычно про другую индустриализацию, да, 20 века, но началась она реально гораздо раньше, с Петра I. И действительно, Петр, его время, его сподвижники, они как никогда актуальны сегодня. Мы вот даже когда с коллегами общаемся, тоже рефлексируем, думаем о том, что Петр на самом деле при всей его беспокойности натуры, при величии его, да, как государственного деятеля, он был не один. И он работал всегда в команде. И вот, в общем, опыт, да, его сподвижников мы, наверное, тоже должны изучать, помнить. И у них все очень хорошо получалось, пока они работали вместе. Вот. А вот к концу начали ребята уже ссориться, что-то, какая-то черная кошка пробежала между ними, и былого единства уже не было. Ну и жизнь Петра, да, и наследие, которое он оставил, в общем, заставляют нас задуматься вот об очень многих вещах. Поэтому я думаю, что сегодняшняя выставка станет хорошим таким шагом, хорошим этапом к более глубокому пониманию эпохи Петра I, более глубокому пониманию роли этого государя в истории нашей страны. Вот, ну, и будет это способствовать умопросвещению человечества и народа нашей страны. Спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич. Здесь на открытии присутствуют представители Государственного архива Свердловской области. Это учреждение, наверное, является самым большим другом нашего музея, потому что без помощи архива не обходится практически ни одна выставка. И позвольте для приветственного слова пригласить представителя Государственного архива Свердловской области Никоян Ольгу Сергеевну. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу поздравить Краеведческий музей с открытием такого замечательного проекта, особенно сегодня, именно в день рождения Петра I. Ему сегодня исполняется 350 лет. Я думаю, это самая знаковая фигура, собственно, для нашего города. Именно на волне его преобразований и с его инициатив, собственно, и возник наш город. И, так скажем, может быть, позже, чем все остальные его преобразования, он проявил себя. Но, тем не менее, именно к концу жизни Петр, я думаю, все-таки был подобным творением его. Татищева и Дегенина, которые, собственно, стали продолжателями его дела. И я уверена, что сейчас бы он гордился нашим городом. Тем более он, в общем-то, и стал, собственно, Екатеринбург, и воплощением его идей регулярного, упорядоченного города. Это, собственно, идеал эпохи просвещения. И поэтому, в общем-то, это теперь большая гордость для нас. Наравне, в общем-то, со всей, я думаю, горнозаводской промышленностью Урала, которую он, собственно, олицетворяет. Мы очень рады участвовать в проектах Краеведческого музея. Очень рады, что наши документы вписываются в подобные мероприятия. И я считаю, что это замечательная платформа для дальнейшего сотрудничества и исторического исследования. Спасибо.
спасибо большое, Ольга Сергеевна. И позвольте предоставить слово еще одному нашему почетному гостю, первому заместителю председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктору Анатольевичу Шепти. Спасибо. Уважаемые присутствующие, уважаемый Александр Вячеславович, команда музея. Действительно, наш город, наверное, один из нескольких городов напрямую связан с именем Петра, и те великие трудовые подвиги и впоследствии подвиги за на протяжении всей истории Петербурга, города, заложенного Петром, многое для нас значит. И то, что мы сегодня в эти дни окунаемся в атмосферу тех лет, это очень крайне важно и особенно важно, наверное, для каждого жителя города, для каждого жителя Урала, особенно нашей молодежи. И вот музей краеведческий исполняет эту функцию вместе с архивом, мне кажется, очень хорошо. И я полагаю, каждый, кто вот по своей линии может как можно больше сагитировать людей, да, для того, чтобы пришли, посмотрели вот эту экспозицию. В течение какого срока она? В течение месяца. Где-то в течение месяца. Ну, это как раз вот каникулярное время. Чтобы здесь максимальное было погружение вот в историю нашего родного края и в то, что связано с теми замечательными россиянами, история которых здесь, и артефакты, и вещи, которые здесь представлены. Еще раз спасибо всему культурному сообществу уральскому, всем, кто присутствует, и побольше нам таких инициатив. Это я в том числе желаю недавно заступившему на пост директору Александру Вячеславовичу. Мы будем помогать. Большое спасибо, Виктор Анатольевич. И одним из партнеров при создании выставки памяти Петра I к юбилею первого императора России выступил музей карикатуры. И для приветственного слова я бы хотела пригласить основателя и директора музея карикатуры Максима Смагина. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это, естественно, большая, огромная, я бы сказал, честь для музея карикатуры представить маленькую экспозицию, посвященную Петру Алексеевичу. Ну, к сожалению, Петр Алексеевич не удостоился при жизни карикатур. Карикатурные образы были использованы уже после его кончины, но они были интересны, естественно, связаны с его деятельностью. Вот, и плодом, так сказать, его трудов. Ну, вот, например, Оноре де Мье, замечательный художник французский, Шам. Наша плеяда русских и советских карикатуристов тоже посвящала ему свои замечательные произведения, безусловно. И сейчас, когда музей карикатуры находится между небом и землей, очень приятно материализовать какую-то часть коллекции именно в этих замечательных стенах. Вот, поэтому я рекомендую познакомиться с картинками, они очень интересные. Борис Ефимов, как упомянут мною, Оноре де Мье, Ремезов и прочие. Это мастера карикатуры, которые, кстати, отвечая на вопросы времени, воспользовались именно образом Петра Алексеевича. Сам образ Петра Алексеевича, естественно, карикатуры каким-то образом. Если вспомнить даже тот же памятник Шемякина в Петропавловской крепости, безусловно, там есть какие-то ироничные нотки. Поэтому еще раз поздравляю вас с этим замечательным событием, с днем рождения. Слава Богу, что мы здесь собрались в этот самый день знаменитый. Вот. И хотел бы попросить вас внимательнее смотреть на жизнь, но с неким ироничным, так сказать, оттенком. Спасибо за внимание. Большое спасибо. И хотелось бы также отметить, что в создании экспозиции принимали участие сотрудники нашего Свердловского областного краеведческого музея. Это и художники, дизайнеры, и отдел организации выставок. Но одним из главных создателей этого выставочного проекта является наш заведующий отделом истории Александр Дмитриевич Фраменко, который сейчас для всех гостей церемонии проведет небольшую обзорную экскурсию по выставке. Александр Дмитриевич, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Действительно, поздравляю вас всем с днем рождения Петра Великого. Вот, и я предлагаю сейчас пойти со мной, да, чтобы посмотреть небольшую, минут на 20 экскурсию по нашей небольшой, но очень увлекательной выставке.
Ну, в общем, рассказ на этой выставке, да, представлен ряд с такими широкими мазками, представлены основные деяния Петра по реформе России, русского государства. Ну, вот конкретно в этой витрине начинается рассказ с того, с предшественников Петра, да, до Петровской Руси. Да, здесь мы видим основные, собственно, открытки. Это открытки достаточно популярны были в конце 19-го, начале 20 века, да, на волне как раз увлечения до Петровской Русью, когда вот появился этот стиль русская готика, когда вот были популярны вот, ну, допетровская культура. Вот как раз вот подобные открытки. В основном они принадлежат картине художника Иванова. Вот они активно выпускались, достаточно большими тиражами расходились. Вот, и вот как раз тут представлены такие мазки, как в представлении русской интеллигенции, когда с конца 19 века выглядела допетровская Русь. Также вообще Петр начал свои преобразования именно с реформ армии, да, то есть если смотреть на деятельность Петра, то первым как раз таким крупным деянием Петра было продолжение южной политики русского государства, да, по расширению, да, по экспансии на юг, да, и собственно Петр начал свои деяния именно с азовских походов, да, то есть и собственно с этого начинаются два важнейших преобразования Петра, это реформа армии и реформа, ну и создание российского флота. Да, то есть если при реформе армии Петр опирался на так называемые полки нового строя, надо сказать, что на момент Петровской эпохи, да, где-то стрельцы и дворянское ополчение, да, то есть такие, которые мы приняли считать до таким вот войском до Петровской Руси, они составляли всего лишь 30% армии, а 70% составляют так называемые полки нового строя. Это армия, укомплектованная по европейскому образцу, но при этом, как отмечают некоторые исследователи, принцип комплектования и службы в этих полках нового строя был в целом, за исключением нескольких полков, укомплектованные профессиональными наемниками, как правило, из Европы, принцип комплектования этих полков нового строя мало чем отличался от принципа комплектования стрельцов или дворянского ополчения. То есть эти войска тоже были привязаны либо к посаду, либо к поместьям. Вот. И, несмотря на свое название, по сути, тоже оставались такой вот старой допетровской армией. Ну и Петр действительно провел целый ряд преобразований в армии. Да? Ну, все знают такие полки, которые Петр сформировал, Семеновские, Преображенские. Но вообще целый ряд прославленных полков российской армии, да, он ведет свое начало именно от Петра. Например, у нас в фондах хранится ряд предметов, посвященные Нижегородскому 17-му драгунскому полку, который был создан в 1701 году, незадолго, но как раз поражение под Нарвой. И, собственно, этот полк насчитывает почти 200-летнюю историю, да, как раз воевал почти во всех крупных кампаниях эпохи Петра I. Ну, эпохи Петра и в дальнейшем, до, собственно, до Первой мировой войны. В Полтавскую битву солдаты драгунского полка, 13-го драгунского полка, прославились тем, что захватили шведское знамя. Да? То есть это такие, одна из первых славных страниц в истории этого воинского формирования. Но, конечно, главным таким актом по реформированию Петра стало создание регулярной армии. То есть в 1705 году Петр вводит рекрутскую повинность, то есть пожизненно с определенное количество дворов собирают рекрутов, что на пожизненную службу, а при этом спаивая людей круговой порукой. Да? То есть община отвечала своими членами за поставку рекрутов. И вот эта вот рекрутская армия, она, рекрутская повинность, да, она тяжким бременем ложится на подотное население и, собственно, становится одним вот из таких вот инструментов, которые вообще будет социально закреплять и общину, и
вот порядки, вот такие русские деревни. Ну и к концу Северной войны, в принципе, Петр сформировал такую одну из сильнейших военных машин в Европе, которая вплоть до Крымской войны, до середины 19 века на равных могла воевать с европейскими армиями. Ну и даже в Крымскую войну русская армия показала себя, тоже еще показывала себя, несмотря на качественное отставание в технике, в вооружении, она все равно показывала себя достаточно эффективно. Ну а рекрутская повинность, введенная в 1705 году, просуществует почти 170 лет. Последний рекрутский набор был сформирован в 1703 году. Вообще говоря о воинской повинности, Петр обязал к повинности не только рекрутов, но и дворянское. Да? То есть дворяне тоже были обязаны служить в эпоху Петра, то есть они тоже были мобилизованы, в том числе служить и офицерами. Ну и Петр, конечно же, привлекал лучшую военную науку того времени. Вот как раз в этой витрине у нас показаны ряд книг по такие военной науке конца 17-го, начала 18 века. Как раз в 17 веке война становится уже такой профессиональной дисциплиной, которая требует серьезной подготовки и в области математики, и в инженерном деле. И, собственно, именно под прорыв образования, он тоже был связан именно с массовой подготовкой офицеров для нужд Петровской армии. Ну, конечно, говоря о Петр I, мы говорим, подразумеваем слово «флот». Вообще флот во времена, вообще увлечение мореплаванием, это был таким один из столпов личности, который сформировала Петра I, да, когда все отмечали, даже его современники, что Петр изменился очень сильно, когда побывал в Архангельске, когда впервые плавал не там по реке Москва или озерам Подмосковья, а вот по открытому морю, увидел опасности открытого моря, и тогда вот, собственно, флот окончательно и мореплавание окончательно поглотило Петра. Сам Петр прекрасно разбирался и в судостроении, и в навигаторской науке, и вообще в флотской науке. У Петра было две попытки первой создать флот. Первая попытка относилась, собственно, к Азовской, ну, южная флотилия, да, были в кратчайшие сроки мобилизованы почти 20 тысяч крестьян, которые вот в Воронежских лесах начали строить верфи, предприятия, заводы для нужд поставки, нужд для флота. И вот благодаря этому удалось создать крупную флотилию. Первоначально первая флотилия была создана для штурма реки крепости Азов турецкой, но она не пригодилась. Последующие флотилии были призваны были закрепить власть России над Азовским и Черным морем. Но, к сожалению, из-за спешки, из-за недостатка в квалифицированных кадрах, из-за сырого леса, из-за такого, ну, достаточно мелкого устья Дона, большинство кораблей так и не были отправлены в Азовское море. Мы были крайне плохого качества. Ну и после того, как после прусского мира Петр срыл Азовские укрепления, Южный флот прекратил свое существование. И, собственно, корабелы были переброшены на Балтику, где как раз был создан Балтийский флот, который, собственно, и стал первым таким родоначальником русского флота, и который вот буквально с первых каких-то небольших судов полуречных, полуморских, которые были заложены вот на ранних верфях, начал воевать с Швецией, а Швеция – это одна из мировых держав того времени. К концу войны уже вышел таким состоявшимся, окрепшим полноценным флотом европейской морской державы. Также тут представлены тоже некоторые вещи, посвященные тому, что Петр активно заимствовал из Европы. Это, конечно, бритье бород. Да. Кстати говоря, о социальной инженерии эпохи Петра любопытно, что Петр тоже разделил население на группы, которые подлежали вестернизации и не подлежали, да, потому что крестьянам и священникам разрешалось носить старое платье и не брить бороды, когда как посадским людям и горожанам, то есть и дворянству предписывалось брить бороды и носить европейские платья. Да? То есть такое вот социальное конструирование и такая сегрегация эпохи Петра.
кофе активно распространялось при Петре, ну и то, что Петр тоже активно насаждал, но до начала 19 века, даже до 30-х годов это не прижилось, табакокурение. Вот интересная трубка наверху, это трубка, найденная недавно на дне Сетского пруда. Вот. То есть, когда, если вы помните, недавно сливали воду в Сетском пруду, вот как раз эта трубка была найдена вот на дне Сетского пруда, трубка 18 века. Сколько в 18 веке курили преимущество иностранцы, вот, возможно, какой-то иностранец обронил ее. Петр был меркантилистом, да, то есть, ну, меркантилизм – это основа экономической идеологии конца 17-го, начала 18 века, то есть считал, что государство должно активно торговать, иметь положительный торговый баланс и накапливать золото, поэтому Петр достаточно много уделял внимания развитию торговли. Вот как раз книга по, собственно, организации торговых, ну, торговых юридических споров, по организации экономических коллегий. Одного из немецких экономистов, достаточно известного 17 века, Мерпергера, но надо сказать, что Россия великой торговой державой так и не стала, и по-прежнему господствовали на внешней торговле иностранные купцы. Да? Вообще Петр достаточно много уделял, несмотря на большое уделение развития торговли, внимание для купечества, правление Петра стало достаточно тяжелым бременем, да, то есть обратная сторона правления Петра. Во-первых, Петр издает в 706 году убийственный указ о том, что торговля считается только через Неву. Большинство купцов решило, что Петр сумасшедший, потому что еще идет война с Швецией, и Швеция топит суда, которые, собственно, организовывали торговлю с Россией. Поэтому торговать в этих условиях было, ну, просто как бы самоубийственно. Но тем не менее, кроме того, Петр переселяет из Холмогор, из Архангельска купцов активно на в Петербург. Правда, большинство из них уехало обратно на русский север, когда Петр умер. Ну и вообще, да, и строительство флота, да, велось силами компанств, да, то есть, когда в казне денег не было, поэтому Петр приказывал строить корабли за счет, собственно, вот этих купцов, да, и землевладельцев, которые скидывались на постройку судов. Из числа гостей, так называемых, гости – это крупные купеческие фамилии. К концу правления Петра, из тех, которые были на начало правления Петра, к концу Петра уцелела только треть. Все остальные разорились, перешли в более низкие сословия, вплоть до самых низких, то есть часть купцов реально стали крепостными крестьянами, да, то есть некоторые фамилии подверглись почти полному разорению. Ну, конечно, Петр еще с юности, ну и в эпоху заграничных походов, своих поездок, он тоже полюбил европейскую науку. Сам Петр был прекрасно образован по-европейски, да, то есть знал математику, инженерное дело, черчение, владел несколькими иностранными языками, конечно, все, что связано с мореплаванием. Петр мнил себя прекрасным врачом, он очень обожал, как сказать, вот это вот анатомические театры того времени. Он вложил огромные деньги, чтобы выкупить из Голландии вот коллекцию вот этих вот, ну, материалов. И, кроме того, пытался купить, ну, вот способы с консервацией, да, биоматериала. Да. Вот, он там считал себя врачом. И вот придворные во времена Петра очень боялись, что пожаловаться Петру на какой-то свой недуг, потому что Петр тут же стремился их прооперировать. Вот. Ну, если операция окончалась неудачно, Петр не особо расстраивался, он был еще прекрасным патологоанатомом, поэтому это дело он тоже любил. Ну, вот как раз Петр также уделял большое внимание образованию. Первая школа, во-первых, Петр, конечно, массово начал отправлять дворянские семьи учиться за границу. По сути, обучение стало повинностью дворян. Петр издает ряд указов, самые знаменитые из которых о запрете жениться до получения какого-либо образования. И больше тысячи молодых людей, да, прошли во времена Петра обучение за границей. В 700 году в Москве открывается школа математических и навигационных наук, которая потом переедет в Петербург. Для нее специально выписываются профессора из Англии и Голландии. Открывается медицинская школа, открывается школа переводчиков при посольском приказе. Ну и в более мелких, да, школы открываются для, собственно,
при полковые школы, да, при армии для детей, солдат и солдат, горнозаводские школы при заводах. Ну, в общем, активно развивается образование, но опять же образованием не оказались неохвачены большая часть крестьянского и посадского населения. Да, для них по-прежнему оставались доступны только либо домашнее обучение, либо школа, ну, при церкви, так называемая школа грамотности. Да, образованием не были отхвачены. Ну, с таким вершиной в науке, деятельности в науке стало открытие Академии наук. Ну, при Петре она не была открыта. Приказ о ее открытии был издан в 718 году. Работа шла к 25 году, уже, в принципе, было готово открытие. Но Петр умирает, поэтому открытие перенесли чуть попозже, открывается оно уже существенно позже. Вот книга, это справочник Академии наук. Это как раз пособие по организации обучения грамоте на немецком языке. Ну и вот тоже вещи, связанные с наукой того времени. Вот, пожалуйста, учебник математики. Это алгебра и начало анализа, да, то есть тригонометрия и, ну, математический анализ. Это книга по химии, пособие по химии. Ну и, конечно, армии эпохи Петра, победы эпохи Петра были бы невозможны без оружия, которое ковалось на заводах. Петр провел огромную работу по строительству заводов. Заводы строились преимущественно на казенные деньги, потому что только казна могла, обладала необходимыми средствами для строительства заводов. Да, то есть, ну и помимо вложения денег в уже существующие промышленные центры, особенно в центральный промышленный район, конечно, открываются новые промышленные районы, в первую очередь Урал, без которого сейчас невозможно представить экономику России. Вот как раз вещи, посвященные строительству уральских заводов. Это вот закладной крест из плотины Беремباевского завода. А вот это найденные при работах на Гумешевском руднике знаменитом, подставка под лучину и лопатка для добычи руды. Да, то есть это относятся они к началу 18 века, то есть это вот то, чем первые рудокопы Урала выкапывали руду на нужды Петровской армии. С 710-х годов Петр начинает передавать предприятия частным лицам. Первый опыт, конечно, это Никита Демидов, которому в 702 году передает Невьянский завод. Но долгое время он был исключением. В основном основная передача заводов происходила уже после 710 года. Вообще, говоря о петровской экономике, она говорит, что это была крайне огосударствленная экономика. Это существовала масса торговых монополий. Самая болезненная для населения – монополия на торговлю солью. И все предприятия были как казенные. Когда они передавали в частным лицам, это была не сколько приватизация, сколько передача их во временное пользование на условии поставки на нужд казны, в первую очередь армии, определенной продукции. Да, то есть, правда, с 717 года происходит так называемый Петровский НЭП, когда отменяются ряд монополий, по сути, провозглашается свобода торговли, но до конца все равно государство активно регулировало экономическую деятельность, которая контроль постепенно утрачивается только со смертью Петра. Ну и надо сказать, что, конечно, Петр очень любил налоги, да, то есть, и, конечно, вершиной налоговой системы Петра становится подушная подать, которая оказала огромное влияние вообще на все исход российской истории, да, то есть существовала почти 200 лет. И вот как раз именно подушная подать, она за ее сдачу тоже отвечала община, она закрепляла целый ряд социальных практик в общине и вообще тоже цементировала крестьянскую общину и цементировала, собственно, крепостную систему, так или иначе. А вообще, при Петре произошло окончательное закрепощение крестьян и продолжалось развитие крепостничества, поскольку на государственных заводах использовались так называемые приписные крестьяне, которые обязаны были отрабатывать государственную повинность, работая на заводах. Ну, а также Петр разрешил частным заводам покупать себе крепостных, что вылилось как раз в массовую покупку уже во второй половине правления Петра крепостных для нужд предприятий. Да, и привело в конечном итоге к схлапыванию рынка свободной рабочей силы. Ну и, конечно же, вот эти вот возмущения, да, то есть налоговые
поборы, которые в том числе на практике часто не реализовывались силами войсковой команд. Вот, например, это из нашего музея приказ о том, чтобы поручик с солдатами отправляется на в одну из уральских деревень собрать подушную подать. То есть, по сути, выбить подушную подать от проживающих на ней крестьян. Ну, все это продолжалось восстаниями, которые тоже продолжались все время Петра. Ну, а тут уже, собственно, показаны наследие и память о Петре. Пожалуй, самый интересный экспонат – это вот это вот. Это книга, изданная спустя буквально несколько месяцев после смерти Петра. «Любопытная Ева» написана в популярном тогда жанре разговора либо одного умершего человека, либо какого-нибудь святого с умершим, новопредставленным человеком. Но вот тут конкретно Ева, которая, собственно, первая женщина, разговаривает с Петром Первым, который тоже вот недавно умер. Вот, то есть это одна из первых, ну, по крайней мере, нашей библиотеки, это одна из первых книг, где Петр описывает свои деяния. Да, то есть первая книга по истории правления Петра, ну и вот также вот другие книги. Ну и, конечно, самый главный памятник Петру Первому, поставленный Екатериной Второй. Это памятник Петру в Петербурге. Вот, собственно, тоже медали, которые здесь представлены. Памятник воспеты Пушкиным, собственно говоря. Надо сказать, что все, по крайней мере, ряд исследователей культуры отмечают, что если считать количество этих памятников до революции и после, то примерно сопоставимо. Да? То есть если остальные памятники царской России, они либо просто сносятся, либо они не упоминаются, то вот в Советском Союзе, начиная даже с 30-х, вот памятник Петра, он тоже становится символом Ленинграда, вообще символом России, помещают на учебники истории, активно тиражируют в качестве сувенирной продукции. То есть это такое вот отношение позитивное, демонстрация позитивного отношения большевиков к Петру. Вот, да, то есть как Петр был первый большевик, как говорится. Вот, поэтому вот такая у нас небольшая экскурсия. Спасибо за внимание. Вот, приходите к нам еще когда-нибудь. Мне показывают, что у нас картинки такие, карикатурные. Да. А, где? В телевизоре. Из музея карикатуры. Да.